Всем здравствуйте, с вами Спидерилакс и... Актвистик! Да, и мы решили поприветствоваться во время загрузки. Впервые такое у меня на канале. Ура, все загрузилось. О, это продолжение, блядь! Это же этот, блядь, как его зовут, Ярик? Фрэнсис! Фрэнсис, да, это Фрэнсис! Это я! Попробуем пройти по этому тоннелю на ту сторону. Охуеть, Фрэнсис. Ебать, Дигл, ты видел? Это же тот же самый мост, блядь. Да, да. Это он, значит, перешел по нему, и тут уже мы. Блядь, Фрэнсис, сука, пусти, ну мы же свои, блядь, просто в других телах. Да, Фрэнсис, это же я. А давай мы бошку прострелим, а то хули он тут. Да, пиздит. Ладно, пойдем. А что нам надо делать? Кстати, ты взял Дигл? Да, ну нет, я взял топор. А ты видел, какие у него размеры вообще у Дигла нереальные? Да, видел. Ну да пиздец. Я возьму себе Дигл. Потому что я так, ну... А, ну, кстати, дождик пошел. Так уютно сразу стало. Да. Бля, ладно, с топором не так легко, как на первый взгляд. Ну, по сравнению с Томми Хартом, здесь, ну, так, полегче. Ладно, Дигл возьму, похуй. Ебать, он скорострельный, нахуй. Блять, Фрэнсис, ты слышал, что я сказал? А? Ты слышал, что мой главный герой сказал? Нет. Твой главный герой сейчас на мосту сидит. Блять. Смотри, вот идет дождь, но при этом пожар не догорает. Танк! А, нет, это Гранила. Смотри, идет дождь, но при этом пожар, как бы... Ну, так это бензин горит. А, он похуй. Ладно, похуй. Для атмосферника. Бля, есть еще какой-то туман, блядь. В Африке нет туман. Ой, вот иди сюда. Блядь, там вот теперь танк. Да? Где? Погодите секунду, я подлечусь. Да, жди, сука. Я не буду тебя ждать. Куда легче. Чё это за хуйня? Как же много алкашки. А, ну здесь оно так, чуть-чуть остренькое. О, здесь что-то на доске написано. Здесь какие-то расчеты были. Проводились. Это, блядь, за громкий лошадь. Ебать, это что такое? Это толстяк. Меня толстяк ёбнул. А, бля, сзади зомби, я просто их не вижу. Я тоже из-за толстяка ебаного. Ку-ку? А, им похуй на меня, ой, извините. Да, в машины не стреляй, Ярик, блядь. Что? В машины не стреляй. А, ну, да, точно. Перезаряжаю. Нам, наверное, туда. Да, я тоже так подумал. Блять, Матвей! Что? Я слышал, как этот зомби сдох. Нет, а просто сейчас боты, они в стену уперлись, а потом-то пахнулись. А, сосите. Блять, а куда дальше? Блять, прямо. Блять, у Рошеля и тренера, блять, да хуя... Ну, их... Сисик? Блять, там этот, дура. Бля, Дигл имбовый, кстати. Серьезно? Мне он что-то не понравился. Ебать, тут танк, блядь! Да похуй, как ты знаешь. Блядь, он за мной еще побежал. Тогда не похуй. Ой, сука, блядь, он за мной побежал. А, фух. Так. Наверное, нужно куда-то на машину забраться, я думаю. Блядь, здесь еще громила. Ой. Пизда, Арда. Блять, тут громил еще ебоный. А, боже, все внизу. Ниши. Да, нам пиздец, тут танк. Сейчас я вам помогу. Давайте. Молотов полетел! Надеюсь, я его очень... поджег. Да, и ты меня поджег. Молодец, блять. Ну, извиняюсь. Это все коктейль Молотова виноват. Он же поджигает, а не я. Тоже верно.
Опа, лазерный прицел, круто. О, я, оказывается, его убил. А, благодаря коктейлю Молотова. Блять, ты как наверх попал? Блять, ну... Обычно. Через машины или нет? Ну, да, а нет, через машины. Блять, мне сейчас адреналин пиздец помог. Ты где, Ярик, блядь? Вот я, ты что, не видишь? Куда это как, блядь, попал? А это все лабиринты. Блин, здесь прикольно жить. Здесь такая, знаешь, двухэтажная квартирка. Я бы жил в такой. Вот и живи, блядь. Иди отсюда. Блядь, а как ты туда попал? Ёб ты, чертов пидор. Ну, Матвей, если ум не позволяет, то просто можешь стоять на месте. Не, ебать. Я перезаряжаюсь. Ты просто через в дверь вошел, блядь? Да, как ты догадался. Интуиция. А сюда, типа, войти не пробовал? Ну ладно. Я вошел. Окей. Здравствуйте. Белый Томми Версетти. Бля, почему нельзя взять двойной дигл? Да, в Тирдауне же можно взять двойной миниган. Так, где мы? Бля, да тут вот уже все залутало, я так понимаю, да? Да. А, нихуя, не все. Ну, ладно. Блядь, а, вот боже, надо было блядь. Сюда в парк войти, оказывается. А это сначала не понял. Танк! Чё, реал? Да. Блядь, кто тут? Ох, ебать! Ярик, помоги! Ведьма! Ведьма! Ярик, помоги, помоги, блядь! Да я далеко от тебя, я не смогу. Сори. Я передумал! Я уже не хочу жениться! Ебать, шутки! А! Меня ведьма убила! Помогите, я ж говорю! Да как я тебе помогу, блядь? Ты видишь меня? Ну я не знаю, так... Блядь, тут ведьма. А, все, она... Нахуй ты по ней стреляешь, блядь, вот дебил. Да, представляешь? Бля, такая грустная музыка играет, когда я умер. А ты где? Я умер. Молодец. Ну, не в смысле меня так зовут, ну ты понял. Блять, Рошель, захили меня, сука. Пизда. Ебаная, захиль. Ну или тренер, захиль. Ах ты, падла, себя захилил, вот сука. Ладно, идите нахуй, блядь, так да... Да, блядь, да колмаю. Вот, захильте. Чего, блядь? Бля. Блядь, где? Ох, ебать, ёба нахуй. Гей. Же гей. Кто двинется, тот гей. Все. А, все, ты подвинулся, у тебя луч двигается. Все, я понял. Блять. Перезаряжаю. Ебать, ты перекрестился. Смена. Доберитесь до уёбища. Уёбище. Сейчас не закрывайте, подождите, я хочу захилиться. Вы пока там обороняйтесь, а я захилюсь. А почему ты не хилишься? Потом возьму новую аптечку, дробаш, ну и топор. Ну, в принципе... Ну все, закрывай, блядь. Можно все, закрываю. Будь ты проклят, гипс. Гипс, блядь. Да какого хуя? А, боже, блядь. Ну понятно же с тобой. Идите нахуй, вот честно. Боже, блядь, все понятно, ёпта. Я не долбоёб просто. Да-да, конечно. Чтобы трогать эту... Так я её не трогал, она просто испугалась выстрелов.
Да это вообще все. О, все, погнали нахуй. Так. Куда погнали? У меня еще не загрузилось. Ага, ну ты лошара, блядь. Во, охотник на ведьм. У меня больше всех соседей. Бля, у тебя вообще ноль. Ой. Сасамалав. Убийца особых зараженных. А что? Все, я, короче, беру мачетку. Да идите вы все в жопу, я ее не брошу. Я за ней вернусь. Я не захилься, блядь. А хотя ладно, не надо. Как я охуенно умею разговаривать? Ну это тебе не Atomic Heart, знаешь ли. Да. Вот это толерантность. Ай-яй. Так, а где зомби-трансгендеры, я не понял. Зомби-трансгендеры, типа... Ну какого хуя их нету? Снизу мудрых, сверху баба? Я перезаряжаюсь. Ну, сейчас феминистки, блядь, обидятся, будут орать, что нету зомби-трансгендеров, ты чё? В смысле трансгендеров, может? Ну, хотя, с другой стороны, как мы поймем, кто это? Ну, ладно. Ой-ой, блядь. Да ты заебал, блядь. Да почему он меня уводит? Ебать! Охотник на Рошель. Мне нужна помощь. Помогите Ярику кто-нибудь. Может, хватит уже, а? Вот таблетки. Большое спасибо, Майк. Дай я тебя вылечу. Почему он назвал Майклом? Куда, о, адреналинчик, нахуй. Все, сейчас я побрукаю. Автомат работает. Блять, такая радость. Ну. Давайте настройку. Бля. Представим, как живут на СССР. А, ну тут хуй заберешься, конечно. А. Идем через здание. Мегапон, боже, просто. Я убил его силой мысли, блять. Нет, это я его убил, просто я за тебя стоял. А, слушай, я обосрал, я думал, что уже зомби сами по себе. Ну, ну, дохнут. Не священный. О, тут деньги. Ну, конечно же, мы их, блядь, не возьмем. Я предпочитаю ставить топор, потому что топор здесь имбовая штука. Мачете получше будет. Да топор охуенный. Ой, не, блядь, тут получше. Это брызга. Сука, ёбаный охотник, блядь. Да кто их вообще создал? А есть еще лопата. Ой-ой-ой. Лопата, блядь. Возьму да. Лопату. А ну-ка, подожди. На нахуй. Или это ты убил? Подожди, дай я испытаю лопату. Да хуй тебе. Да ты тварь, ёбан. А, ну она тоже с одного удара как топор сносит. Так что вообще похуй. Да, но только у меня то же самое, только быстрее. Блять, мы тут даже спустились. Бля, зачем, Матвей? Хуй знает. А может нам сюда надо выйти было? Не, не надо там. Там не надо, не надо. Ты-то откуда знаешь, блядь? Ты чё? Но я выходил. Ну, ну почти. Да, она наверх. 100%. Да, вот прям можешь ставить, я не знаю. О, матрас. Блять. Вот здесь лестница была, блядь. Да, вот она. А, ну, ты просто слепой не заметил, я понял. Ну, или кто-то другой слепошарый. Ты стошнила толстяка! Да. Пиздец, лазер на дробаш. Дядя Зуй. Сюда! Вот лазерные прицелы. Бля, пожалуйста, топор, блядь, тут охуенно. Ой, ебать. Нихуя. Вот это... Это уже какая-то горилла, блядь. Да, блядь, да. Горилла глаз Витя. Пиздец, тут охотник, Ярик, помоги, сука! Где? Ярик, помоги, блядь! Ну, Ярик! Мужики лохи, сам забраться не могут. Где, блядь? Блядь, придурки ёбаные. Так, ну все. Что тут делаешь, Ярик, нам не сюда, блядь.
А куда? А, блин, я сюда выходил, что ли? Ой, сука. Блять, а как мне зайти теперь? Ну ладно, заново... через это придется проходить. Через три ступеньки ада. Ой, это еще через три лестницы ада. А, не, даже через две. Блять, танк! Спасайся. Да ну нахуй. Эй, вот лазерные прицелы. Где? А, вот танк, все вижу. Помоги, блядь! Бать, отдача вообще нулевая. Убит. Я чувствую себя совсем не лучшим образом. О, я... Я тоже. Я тоже. Ты это услышал? Так это я сказал. Нет, это я сказал. Это я сказал, иди нахуй. Блядь, блевота я... Чё за хуйня, почему она на месте стоит, блядь? А, да, ух, блин. Ух, ебать. А чё тут? Ну, а, ну, да. А, на меня ещё напрыгнули, блядь. Перезаряжаюсь. Не радует, если... Перезаряжаю. Блять, тут зомби дощечку пиздил. Ну некого, потому что. Нам сюда. Куда? Держитесь дороги. Я припасла это. Давай, порнуха. Хиль меня. Вот оружие, возьми себе скар. О нет, у меня кончились патроны. Ну ладно, значит буду пить всех ма... Сундук с чем-то. Блять, ну похуй, они получше будут. Кто? Ну там бомбы призывные, или как их, блядь, называют. Их называют... Ух, ебать! Нахуй вы их трогали, блять, я хотел всех себе забрать. Кажется, я слышу. Там зомби с аптечкой, ты куда сбежишь? Куда ты бежишь, сука, стой, блять! Чего, зомби с аптечкой? Да, все, спиздил у него аптечку, я обезболивающе. У меня тут есть аптечка, пиздец. Если надо. Погодите секунду, я подлечусь. О, да. Я о, да. Сейчас тут будет слизь, я ничего не вижу. Ой, ебать, а! Плевальщица! Где оно? Ебать! Ага. Громила вообще какой-то... Ведьма! 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 Отойдите от ведьмы. Быстро спускаемся по лестнице. Матвей? Эй, дайте кто-нибудь руку. Блять, я ведьму напугал, сука, помоги, блять. Пиздец. Она умерла точно же. Бля. Пиздец. А как ты вообще умудрился на нее напороться? Я хуй знает. А я причем говорил, ведьма. Так я не слышал, блядь. Джеронимо! Че за хуйня? Нет, тебе назад надо, там лестница была. Да, ну поднимайся. Ну так, чтобы тебе перейти туда, блядь, надо по лестнице, дебил, блядь. Где? А это что, куда ты идешь, блядь? Ну как ты... Тупо, как ты по ней поднимешься, блядь? Я слышу громилу, так что поаккуратнее там. А, вот лестница, все, я не заметил. О, кстати, он меня подтолкнул. Я даже урона не получил. А! Блядь, ты медленно идешь. А... Толстяк! Да я жопой к нему повернулся. Идите все нахуй. Меня обливали. Точнее, в жопу. Мне нужна помощь! Всего пару... СПС, блядь. А, блядь, там ты находился. Да. А ты кто думал? Блядь, была аптечка. Блядь, аптечку спиздили. Да, кто же это мог быть? Ах ты,
пидрила, блядь. А как ты... А, вот лестница. Так вот же уёбище, куда ты бежишь? Где, блядь? Бегите в убежище, сейчас пиздец. Беги, блядь. Иди сюда. Блядь, а как? Куда? Все? Прыгать? Да. Пиздец, я не хочу. Ну так это твои проблемы. А мы никак больше не доберемся, только прыжком. Ладно. Я любил вас. Кроме Ярика. Блядь, погнали. А, туда надо было? Бля! Давай, ты, короче, отвлекаешь их на себя, я бегу в убежище. Ок. Хуй тебе. Ну всем похуй. Ах, сука. Блять, ну ёбаный, сука, охотник, Ярик, помоги, пожалуйста. У меня нету патронов. Помоги, ну я, тренер, блять, помогите. Тренер, сука, лучше нахуй, я тебя хочу поцеловать. Я пошутил. Ну, в каждой шутке есть доля правды. Я нажал кнопку, бежим, бежим! Твою мать, мы два хромых, Ярик. Да, но я впереди. Ебать, они... Да это пиздец. Пизда мне. Да, блядь, как они впереди-то оказались? А, они отсюда побежали, все, пизда, пизда, пизда. Быстрее, блядь, где уёбище? Пизда. У меня 2 хп, у меня 2 хп. У меня 15. Пиздец, тут еще громилы, блядь. Пизда, их тут много. Анда. Тебе там этот тренер помогает. Блять, спасибо, я умею читать, Матвей. Блять. У меня нет, если что, оружия никого, я не смогу по нему попасть. Я сейчас без патронов вообще. Блять, где убежище, сука? Вот же оно, ты не видишь, что ли? Вот оно. Фух. Что, надо захилиться? Держи. За мной. О, да. А! Так... Так, ну ты, дебил, дверь не закрыл. Точно! Вам нас не убить! А, боже, соси. Пизда. Что? Да не, просто... А, порт? Пиздец. А, загрузка, переход в порт. Типа, блядь, разнообразия в названии компании вообще нету. А я в Дискорде, между прочим, стримлю стрим. Зачем? Ну, так в Дискорде написано. Все вопросы к его создателю. А, я думал, ты в Дискорде, блядь, демонстрацию... Нет, блядь. Я же знаю, что у тебя нету второго монитора. Не доверяю я этому байкеру. Наверняка он давно свалил. Не, вряд ли. Если он что, он байкеру не доверяет вот этому, который, как его, Silence. Фрэнсис? Да, Фрэнсис, блядь, какой нахуй Фрэнсис? Ой, Silence. Silence — это игрок в ГД, Матвей. Да, вот он. Искать этого байкера. Вот они, да. А Билла нету. Оу, е... Бля, там Луис есть. Да, да, там есть все, кроме Билла. Мой пер... Сука, ну пустите нас. Да, я знаю. Что? Джимми Гибс, человек-легенда. Так я не спорю, он еще песню классную пел. Бля, какой у меня охуительный брутальный голос, не то что сейчас. Да. Так, народ, не отвлекаться, займитесь мостом. Пиздец, как вы чё ебанулись, Зой, сука, я б тебя ёбнул, блядь, сейчас. А вот Луис мой, а Луис, блядь, вот всё. Да, ты бы его прям съел как шоколадочку, да? А что, сюда можно было? Сюда, блядь. Бля, не заметил. О, кстати, там... Ладно. Я так не нервничал с того самого момента, когда всё началось.
Блять, у тебя такое детализированное ебало. Да. Опять ебаные канистры. Ну, о, таса. Слышишь, это та самая локация. Бил, смотри, Ярик, иди ко мне. Я не вижу, блядь. Меня оседлали. Заебал, блядь. Где? Он мертвый там. А, блядь, это та самая локация, где Бил с собой пожертвовал, блядь. Да, вот я тебе говорил. Тут где-то Бил мертвый был, блядь. Смотри, иди сюда, вот он здесь. Где? Вот, Бил. Я не вижу тебя. Где-то... Иди ко мне, блядь. Все, иду. Блять, а как это они проработали? Они даже, типа, помнишь, мы с Артемом играли, он да. за Билла играл, блядь. А если бы Артем выбрал не Билла? Чё, пиздец. А как это? Это типа совпадение? Да не, закинься, блядь, вон аптечки же, сука. Где? Покажи мне, блядь, пальцем, где аптечки? Вот, вон, блядь, вот они, а, сука. А, да, вообще, я не заметил просто. Дико извиняюсь. Я лечусь. А Зои, кстати, с Фрэнсисом отстреливаются там. А куда? А куда нам конечно? Добраться до них нельзя, а, наверное. 100%. Нам надо все заправлять или только один? У меня есть. Не знаю, наверное, один сначала. Заливаю бензин в генератор. Ой-ой-ой. Ну блять. Пошло говно по трубам. Пошло говно по трубам. Или наоборот. Взял канистру. О, возьмите фургон, кстати. В него можно залезть. Ну, а так просто. Больше не поместится. В смысле, больше не поместится. Блять, тут все канистры по всей карте разбросаны. Это пиздец неудобно. Возьми себе. По-моему, это не совпадение. Типа, если бы он выбрал Фрэнсиса, то Фрэнсис бы умер. Или хуй знает. Да хуй знает, как этот лэфач вообще будет устроен. Блять, там охотник. Да, я видел. А хотя бы он был не охотник. Блять. Я думаю, нам надо разделиться. Чтобы каждом участке карты собирал канистры. Бля, где они? Я не вижу из-за толстяка. А, вот все, все. Заметил. Есть. Блять, курильщик. Где тут еще канистры? Блять, вот они. Бля, там танк. Да похуй как-то, знаешь. А, вот где он. Ой, блядь, он был. Ой, там и охотник еще. Бля, там вообще дохлый. Перезаряжаю. Типа в прямом смысле лошара. Слушай, здесь карту расширили, Матвей. Смотри. А, да. Ну, а я не знал. Ну, бывает. Да. Взял канистру. Ну ты тоже в этом... Бери канистру. Блять. Оказывается, мы уже 2 часа играем. Я ну, сука, ёбаный толстяк, блять. Время так быстро летит. Я сдох, по-моему. Блять, зачем? Ярик, помоги. А кто там? Меня тут пиздят как суку последнюю, блядь. Пиздец. Ну, так как оно и есть. Давай быстрее бери канистры, ёбывай. Блядь. Еще 9 канистр. Ты вообще не туда попал. Блядь. Где вообще они... А! Караебится. Зой просто охуенный делает. А там что эти NPC, блядь, делают на крыше, то есть на балконе, они... Им прошлого раза хватило. Зойка вообще так охуенно играет. Или кто это? Это Рошель. Ой, блядь, ну похуй.
Надо перезарядиться. Возьми канистру. Блять. Так я же убил уже, почему их так много? Да блять, охотник, охотник. Где? А. Ёкаламыны. Ёкаламыны. Прям как мать Влада. Так, ну ладно. А, бля, еще 8 канистр. Это только половина. Блять, а там новая орда. Ой, ну что ж я могу сказать? Перда. Ой, там еще толстяк. И этот, блядь, бегун. Ну, сука! Блядь! Ярик, помоги, пожалуйста, я за тебя буквально. Я бегу, где ты? А, все, мне уже помоги, мне уже помоги. Тут лежат боеприпасы. Да почему на Е выбрасывается канистра? Сюда больше не поместится. Как же меня эти жигеи заебали. Блядь, танк, танк, танк. Окей. Где? Я сам не знаю, я... Курильщик! Блядь, я там курила. Бля, мне страшно сейчас подходить. Ой-ой-ой-ой! Нет! Блядь! Нет! Я бегу, я спасаюсь. Все, его ёбнули. Ага. Блядь, там еще один танк, сука! Еще готовься, сейчас будут да танки! Как они родились, блядь, нахуй, блядь. Здесь еще игра мила. Блядь, запомнил, за... Сука, меня танк вырубил, тварь ёбаная. Ярик, помоги. Когда мне понадобилась помощь? Я тебя не брошу, но ты все равно вставай. Спасибо. Ой, охотник. Где? А уже умер. Миша убил тренер. Блять, 5 канистр, сука. Ну, и мы... новая орда, пизда. Все готовьтесь. Да хуй вы тут. Блять. Я прям в эту орду сбежу. Меня седлали. Где, блять? Вот, я спускаюсь по ней. Я не... Блять, я еще в слизь встал. У меня 5 хп, я не знаю, что мне делать, мне, наверное, вырубить. У меня 1 хп. А, блять, где ты? Иди ко мне быстрее. Блять. Вот. Еще, стой на месте, я сейчас тебе адреналин свой дам. Здесь стоит адреналин. Держи, пригодится. Там еще вот здесь, да. Еще один адреналинчик, вот он. Ах, все, одно, хуй тебе, у тебя есть. На, стой, Илья, иди сюда, блядь. На тебе еще. Аптечку я... поищи, я пока... Да блядь, блядь. Как туда попасть, блядь? Поняли, нахуй. Сосать плюс лежать. Блядь, все, адреналин кончится. Не такое хуйня. Блядь. Ну, сука, ёбаный курила, блядь. Господи, я весь в этом дерьме. Да, сука, здесь я не кончаю. Где, что с тобой? Да. Ой. А, тебя тут уже поднимают. Блядь, она такая незаметная. Возьми канистру свою снизу канистру, возьми она снизу. Всё, я всё беру. Ты тоже там бери канистру, нахуй. Есть. Так я сейчас уже заправляю. А, ты там. Всё. Блять, танк, пизда. Там танк. Не иди. Ой. Нет, сука. Там танк, блять, взбихается в этой хуйне. А где он? Он сдох? А, пиздец, лох. А, ладно. Так, здесь, наверное, есть аптечки вот в этом месте. Блять, подойди к Рошель, там, она тебе даст поебалу. Ну или просто даст. Блять, у тебя один хп, не иди, Ярик, сука! Все, я ухожу. Ладно, давай так, я просто буду стрелять по зомби, а вы уже будете брать канистру, окей? Да. Хуёвая идея. Все равно чуть-чуть осталось. О, калаш, блядь!
перезаряжаю. У меня 37 хп. Вот, все, наконец-то мне дали. Блять, полечите меня кто-нибудь. Тренер, полечи. Черт, как же больно. Сука, тренер, уебище. Аптечек больше нету. Здесь есть оружие. Энда надеется только на удачу. Осталось 3 канистры взять. Охотник! Все, я убил. Жокей! О, черт, как больно! Меня схватил Жокей! Надо перезарядиться! Фух. Только не говори, что ты за той самой дальней канистры пошел. Я пошел за самой дальней канистры, и меня убивает громила. Я труп. Тебя сейчас расширили. Ну тут, блядь, я в арде прям. А, я еще погибаю в этой кислоте. Блять, я тоже сдох теперь, сука. Тебе надо быть поосторожнее. Перезаряжаю! Блять! Блять, еще и новая орда, пизда. Спасибо. Спасибо. Все, я. Ох, обезболивающие. А-а-а! Как их тут много! Взял канистру! Все, берегайте там меня, я не знаю. Быстрее, я с тобой иду, давай. Блять, там еще канистры остались. Давай, 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 быстрее, блять, да колымай просто. Больше не поместится. В смысле, вот. Еще две. Еще две, блять, быстрее. Да. Ебаный танк! Ебать, быстро. Еще один танк. Там еще один. И там завод, блядь, по танкам или что? Блять, еще один минус. Все, идем. Да, блять. У меня 5 хп, у меня 4 хп, у меня отравится. Подойди к Рашиле, она тебе даст что-нибудь. Да Рашиле сейчас не до меня, но... За хуйня. Такая боль аж глаза застилает. А, показалось. Что это? Дефибриллятор есть. Все, у меня одно хп. Блять, у меня одно. Да, у меня тоже одно. Ну Рошель, лечи, блядь. Блять, охотник на меня напал. Охуенно просто. У меня есть дефибриллятор какой-то, блядь, я тебя смогу сейчас захилить. Да, давай, дефибриллятор. Если сам выживу, блядь. Дефибриллятор. Дефибриллятор. Захильте, пожалуйста, кто-нибудь, сука. О, спасибо, нахуй. Спасибо, брат. Бля. А-а-а. Осторожно. Да тут, сука, еще и громила ебаная. Я сейчас Рошель по тебе стреляла. Ну что за пиздец, блядь. А, это, сука, тренер. Сорян, тренер. Бля, вот тренера она быстро лечит. Блядь, там газ. И еще орда, пизда. Ну так бери канистру и съебывай. Да сука! Блять, сейчас канистры подожгутся, пиздец. Они подожглись. А не надо было кидать коктейль Молотова. Мне нужна. Сейчас Рошель. Ну Рошель сейчас не сладко живется. Блять, она прям в орду пошла. Все, а вот здесь канистры, короче, лежат. Еще вот там в какой-то жопе она. Вот здесь, вот здесь. Да, вот здесь. Бери, короче, одну. Я возьму сейчас. Да, главное сейчас добежать. А там, бля. Пиздец. Пиздец.
все, две канистры осталось. Одна. А, две, а, ну да, все, теперь одна. Так, где всё, она? Все, вот здесь она, а, она всё, в баре. Фу, слава богу, слава богу. Давай, я тогда тебя защищаю. Давай, быстрее, быстрее. Все, заливаю. Да. Че дальше? О, да, а там тачка, вот. А, так вот в руку она машину сейчас, говорила. Подожди, Ярик, стой, подожди. Что ждать? Я сейчас быстро аптечки возьму. Блин, сейчас я тогда точно. Ну, погнали. Бля, тут зомби. Давай, бля. Быстрее. Они мне жестко всасывают по скорости. О, яхта. Удачи вам, спасибо. Бежим к Джимми Гибсу. Погодите, она же четверо, как мне... Хотя ладно, наверное, в багаже. Кек. Лол. Выжившие спаслись, да ладно, серьезно? Это была ластовая компания? Нет. Там знаешь, как их много, блядь? The Passing. Ура, мы прошли ее за целых 12 минут. Ноль смертей. Ну, да, Матвей, ну, он самый слабый, конечно же. Да, иди нахер, мне просто было... Ну, конечно, оправдывайся еще мне тут. Так, убита в рукопашную. Так, ну здесь, да? Тут как бы ну, все... Я на первом месте. Да ты потому что... актвистик. Убита курильщиков, ну, тут, да? Убита жокеев, идите нахуй все просто. Дальше, больше убита зараженных, ну, тут... Боже. 5. А бы ты лучше нас, причем тут как-то не очень. Защитил наибольшее колово членов команды. Общая точность. Ну тут Ярик, кстати. А? В Лефач. 231 зомби. Left 4 Dead.